Уральская детвора имеет возможность весело провести каникулы в черте города. Хранители истории муниципалитета для этого реализуют проект «Лето в музее». Мы давно проводим программу «Лето в музее», куда приходят нам именно дети из летнего лагеря. Проводим мероприятия мы по вторникам и четвергам. Сотрудники музея проводят мероприятия по разной тематике. То есть тематику выбираем именно мы из экспозиции нашего музея и предметов, которые хранятся в наших фондохранилищах. Эта встреча в летнем музее была посвящена городу Ураю. О достопримечательностях, о самых красивых и интересных местах рассказала специалист ребятам. А еще, конечно, о природе и жителях, их профессиях. Вот этот памятник вам тоже, думаю, всем знаком. Около юности Шаима. А как же он называется? Вы знаете, как раз к нашим событиям он прямое имеет отношение. Он называется первооткрывателем западно-сибирской нефти. Кто же изображен на памятнике? Ну, только кто это? Наверное, нефтяник, верно. Работать эта городская площадка начала 1 июня и продолжит до конца августа. Порядка 40 встреч с детьми состоялось за неполных 3 месяца. Чтобы увлечь юных земляков, хранители истории применили все свои навыки. Раз, два, три, поехали. И так собираем. Светлая нефть, черная нефть. А, как хитренько-то он делает. Только складывай сразу, Ну, свои мероприятия мы стараемся разнообразить. То есть не просто мы рассказываем, а обязательно, чтобы это было в игровой форме. Так как наша аудитория это детская, они любят играть. И поэтому очень часто мы используем все наши, вот какие мы придумали, какие-то вот задумки. Вот совсем недавно, в этом году, летом, у нас появились вот эти кубики, которые дети с удовольствием собирают. Но чем они интересны? Интересно тем, что картинок 6, и все они относятся именно к каждому залу нашего музея. Археология, природа нашего края, ханты и манси, русское население и история города.